Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Светлый ум, решительность, работоспособность и умение сохранить хладнокровие в любой ситуации облегчает им путь к успеху. Буква «Т» дает человеку настырность. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Они отличаются смелостью и умением достигать цели. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Внутренний мир владельца этого имени очень скрываемый, но слишком богат. Поэтому не стоит думать, что молчание означает недоразвитость. Коммерческая вибрация указывает на несгибаемую волю, огромную внутреннюю силу и способность к концентрации. Особая черта, вносимая в характер согласной буквы, сдержанность, не всем открываемый внутренний мир, возникающие желания могут проявляться как импульс к действию. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Это имя с буквой «Ж» означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, подавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенное, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.